Юме. Фаюм. Надо выследить людей крокодила. Пошли. Хае! Хае, хае. Пойдем. Сейчас будем лечить. Похоже, меня опередили. Культура для всех! Объединенные знания... Катефрес! Нек, его нет. Нужно срочно выяснить, где он. Так, узнать, куда пропал. Начинаем искать. А, кто это сделал? Детектив. Ты кого-то защищал? Вещи в беспорядке, но ни крови, ни следов борьбы. Может, он скрылся раньше? В свитках ничего важного. Пойду наверх. Доходы растут благодаря тому, что Птолемей призвал греческих... Много свитков. Но как понять, где Хатефрес? Стоп! Перья. Почтовый голубь? Богатство для всех! Греческие поселенцы обрабатывают все больше египетской земли. Чья-то кукла. Крокодил сильно пожалеет об этом. Безопасность для всех! Я ищу что-то. Бдительная стража на улицах города сделала Фаюм безопасным для всех. Трущобы египтян здесь или где-то еще? Греческий квартал. Так, здесь какой-то факел. И что это? Башня? Так, ясно. Это здесь. Фаюм, наконец, воспрянет над тьмой невежества. Греки и египтяне мирно живут рядом, соблюдая эллинские законы. Культура для всех. Фаюма стали богаче. Доходы растут благодаря тому, что Птолемей призвал греческих. Письма, оставленные Хатефресом. Крокодил знает, кто я. Солдаты арестовали моего слугу. Ясно. Нужно вступить Хатефрес в бой. Хатефрес оставил послание. Он успел сбежать, но... Солдаты схватили слугу. Если слуга еще жив, он знает, где хозяин. Должно быть, солдаты держат его в лагере. Должно быть. Пошли. Кораблик, крепость, порт. И замри, и что? Так будет проще. И мне, и вам. Эй! Что? Не убежи! Льва выпустил. Молодец, а? Сейчас. Находчивый. Выпустил два. Так, а этот в клетке, видимо, сидит пленник. Что ты? Тебе конец. Прошу. Я рассказал все, что знаю. Кто ты? Друг. Жди и не шуми. Я вытащу тебя. Эй!
И все, ну, с дубинкой остался. А он еще там не один. Боги, спасибо. Ты от Хатифриса? Нет, но он мне нужен, чтобы отыскать крокодила. Поможешь? Хатифрис сел на корабль до Меридового озера. Торговое судно со статуей, отмечено нашим знаком. Крокодил отправил на его поиски наемников. Мне надо спешить. А ты спрячься. Прощай. Все. Так, поговорить со слугой, найдите доносчик от Хатифриса. От ФСА. Пошли искать. Доносчик плывет где-то в ту стороне, где лодка. Я думаю, это не... Здесь просто общение. Так. Теперь они прислали за мной египтянина. Что ж, я уже давно не проливал столько крови. Меня прислал Аполлодор. Мы на одной стороне. И кто ты? И зачем пришел? Я Байк из Сивы. Что ты знаешь о крокодиле? О призраке, что поставил Фаюм на колени? Зачем он тебе? Он один из тех, кто разрушает Египет. И я намерен истребить этих тварей. Байк из Сивы. Пойми, они очень сильны. Крокодил изменил не только землю, но и людей. Тех, кого не смог запугать... Он заставил служить. И ты не знаешь, кто такой крокодил? Я украл кодекс у продажного греческого магистрата. Из него ты узнаешь, кто такой крокодил. А орден можно будет уничтожить, только если передать кодекс Аполлодору. Где найти кодекс? Сейчас он у моей жены Хинут. Пока птолемейцы ищут меня, она в безопасности. Я пытаюсь сбить их со следа. Вот. Отдай Хинут, и она поймет, что ты друг. Это для моей дочери. Заберешь кодекс? Иди на пристань на юге Евхимерии. Кстати, Байк, зайди на мой корабль. Там есть записи о делах, в которых может быть замешан крокодил. Может пригодятся, Миджай. В чью честь эта святыня? Я молюсь за несчастных. Погибших в пожарах в Дионисии. Кто-то сжигает их дома и дворы. Ты, Миджай, мог бы им помочь. Я постараюсь. Что ты делаешь? Я молюсь за тех, кто умер от чумы в Евхимерии. Их тела сжигают, обрекая души на страдания. Им никогда не попасть в поля Иалу. Я пытаюсь найти для них лекарство. Оно всегда есть. Нужно только разобраться. Сжигать тела? Что за безумие? Продолжить. Все. Красивый мир, достойная графика.
Мощность компа. Наш дом, но все лучшее теперь достается грекам. В некоторые лавки египтян вообще не пускают. Богатство для всех, хлеба у нас нет, наши дома сожгли, землю отняли. Нужно привести все в порядок и браться за дело. Не... Хинут? Да. Я от Хатефреса. Пришел помочь. Вот, кукла твоей дочки. О, я давно ждала вестей от мужа. Спасибо тебе. Поговорим за едой. О, она чудесная, Байк. Ее будут звать Исет, и она будет защитницей Фаюма. С тех пор, как Хатефрес заполучил этот кодекс, Фаюме стало неспокойно. По ночам всюду солдаты шныряют с факелами. Эти негодяи нашу кухню едва не сравняли с землей. Ну, хотя бы нас с Шадзией не трогают. Хатефрес об этом позаботился. Где сейчас кодекс? Я отправила самого надежного слугу спрятать его на нашей вилле. Они могут рыться там сколько пожелают. Это бесполезно. Отведешь меня? Меня снова вызвали на маяк для очередного положенного допроса. Будь осторожна. Похоже, их командиры подчиняются крокодилу. За меня не беспокойся. Не впервой. Они ни за что не посмеют тронуть представителя власти. Шадия, покажи Байку, где наш дом. Пойдем, дядя Байк! Наш дом видно вон с той крыши. Я покажу! Ты же не боишься высоты? Я за тобой, малышка! Веди! Я часто здесь бываю. Отсюда такой чудесный вид. Люди не могут быть счастливы, как прежде. Ничего. Твои родители присмотрят за ними. Так где твой дом? Там, на холме. Видишь? Да. Там солдаты. Спасибо, Шадия. А теперь беги к маме. Здесь опасно. Ничего не случится. Исет очень сильная. Она хранит меня. Так, ну что ж, пошли захватывать дом. Прощай! Первый, кого я увидел, он, скорее всего, не один. Не привлекать внимание. Ну, это как получится. Все, давай. Раз. Эй! Что, нашли кодекс? Еще нет, но найдем. Ищут, капитан, они тоже ищут кодекс. Глупая деревенщина. Знаться с Хинут опасно. Верность может стоить ему жизни. Так, так, так. Что ты? Не убежишь. Тебе надо было бежать, но теперь уже поздно. Не поддается. Мешает что-то с той стороны. Поищу другой путь. Неоконченное письмо жрецам Себека. Резкое. Хинут не очень-то с ними уладит. Больше ничего. Боги. Это писала Шадья. Кодекс у нее. А я отослал ее к Хинут. Так вот. Нужно найти Хинут раньше, чем солдаты.
Чарльз. О, Шадья, что же ты наделала? Нельзя вставать на пути у крокодила. Хелхи, Мерриет, Баки, Хе, Атнубрех. Заодно и покатаемся. Здесь совсем рядом. Общительная. Видел Хинот? Где она? Я видел, как солдаты повели ее к маяку. И Шадью тоже. Хинут с ними спорила, но те не слушали. Что-то случилось, да? Такого раньше не бывало. Беги к Хатефресу! Быстро! Проклятье! Хинут и Шадья уже на маяке! Мне нужно туда! Нек! Нек! Кораблик, скорее всего, здесь, на маячке. Нет, здесь не кораблик. Здесь целое это. Эй, ты! Стой! Стою. Я весь в масле. Что? Тебе конец! Шадья. Шадья. Так, все нужно найти Шадью. Живая ли она или нет? Все кончено. Победа за крокодилом. Кодекса нет. Моя дочь, Шадья. Он отобрал у нас все. Он заплатит за это. И все, кто ему служит. Это не вернет нам Шадью. Нет. Но вместе ты найдешь утешение. И я тоже. Пусть так. Я сделаю все, что в моих силах, брат. Хинут что-нибудь рассказала? Только то, что с солдатами приходили другие. Могучие, статные воины. Один из них рыжий. Кто они? Бандиты? Думаю, это гладиаторы. Они из Крокодилополиса. И этот... Этот мерзавец использует их как наемников.
Я найду этого мерзавца. Он умрет. Так, что ж, задание пройдено, подпишись на канал, поставь лайк.